Доброе утро. Утро мое выглядит сегодня вот так. Сегодня буду готовить панкейки банановые для родителей. Вот, так что начинаю. Они хотят к нам заехать. Я хочу чем-то вкусненьким угостить, так что вперед. Я уже сделала панкейки родителям. Они уже там в контейнерах. Вот себе тоже еще ухватило. Сейчас буду кушать. Всем приятного. Сижу, жду родителей. Собралась, короче, я гружу, тут уборкой занимаются. Не знаю, что-то задумалась, сижу такая задумчивая. Играет радио у нас тут. У меня такой прыщ, ребят, на подбородке. Его не видно, но он изнутри просто лезет. Тут. Ну, что ты делаешь? Матрас поднимает вверх. Красивый фон. Я сейчас буду, наверное, все упаковывать. Покажу вам сейчас, что у нас тут есть. Тут родительские маски, тогда я им покупала. И шарф папе покупали. Да что ты тут своим пузом светишь? И получается, сейчас я... Кстати, дезиком не пользуюсь. Здесь панкейки. Мы даем там вот. Ням-ням. Ой, так запахло. Нужно не могу закрыть. Ладно, сейчас закроем. Здесь тоже еще панкейки. Здесь салфетки, вилка и макаронс. Попробовать родителям. Какая моя маленькая библиотека. Три книги, купленные именно мной. Для души, так скажем. Еще здесь ежедневник на 21-е и стикеры. Вот так вот подперла штативы. Мне прям нравится, как смотрится. Ну, а здесь уже портрет. Киндеры. Ну, это не киндеры, это в каком-то другом, я не помню. Часики. Здесь вот так вот листик поставила. У нас уже вот это высохло. Штука просто так стоит. Мне кажется, прикольненький уголочек такой. Ну, здесь игры вообще зона, на самом деле. А я сейчас занимаюсь там своими рабочими какими-то моментами. Надо спланировать как-то примерно. Здесь у меня уголок, но прямо сейчас на цветов не хватает. Видите, как выглядит? Это мой стол. Там у меня всякие ежедневники, блокноты мои. Мой компьютер здесь. Вот такой новый календарик у нас. Ну, не новый календарик, а новый месяц. Показать вам, как будет выглядеть декабрь. Вот, смотрите, какой милый. И все, и календарь заканчивается. Пойдем 21-й год и так далее. Прикольный календарь. Мне этот очень прям понравился. Короче, у меня тут такая зона. Уже тут Игорь застелил. Я сейчас тут поправлю так моменты всякие. Потом хожу, поправляю там занавеску, еще что-то. Он уже убрался. Ну, так у нас нормально, чисто. Там еще постель стирать, там еще стирка. Сегодня так солнечно. Я встала и так спешила. Все боялась, что родители приедут быстро, ничего не успею. Уже успела и панкейки сделать, и мы уже убрались. И позавтракали, и собралась я уже, и кучу дел своих рабочих переделала. Тут, с клиентом общаюсь, и вообще просто... Так долго они, как всегда, знаете, на самом деле, папа всегда, например, говорит, я заеду там, ну, не знаю, в 10, заезжает в час, я там заеду в 2, приезжает в 5, и то и позже. Ну, по-любому есть какие-то тоже свои моменты, дела, поэтому я тут занимаюсь делами, все бы ничего, но тот момент, что я одела уже линзы, и я не люблю в линзах, например, сидеть в телефоне там или что-то так вот делать тактильно, близко. Вот, а вроде как бы хочется именно в линзах выглядеть, ну, видеть хорошо, как бы их видеть, и вообще как бы очки не то. Так что я тут в телефоне все перебираю. Дошла, знаете, до каких видео, когда еще, помните, у нас война с соседкой была, и все эти видео, все это сохраняла. Сейчас все скинула на компьютер, там на диск. Ну, вот, очистила наконец-таки с тех пор. Ну, вообще чищу свой телефон. Вот, а еще хотела вам, кстати, сказать, мы не забили, просто сейчас суды не работают, вообще как бы приостановлена работа в связи с этой ситуацией всей, с пандемией, типа, вот, так что мы не знаем, когда, о чем мы пойдем, наверное, уже, может, в следующем году, не знаю, посмотрим, что как будет, короче, не загадываю. Котик спит, так, я сейчас вам покажу. Вон он там спит, мне кажется, ему дует. Котик, котик, дрыхнуть. Ну, кто так много спит? Дуй тебе. Сейчас закрою. В полном обмундировании, с банками.
Идем к родителям, они уже приехали. Что, идем встретиться? Даже обняться не идем. Родители там передали нам овощей, картошку, яблочки, рыбку. Если кто нюхает, там закруточка. Вот. На самом деле, что у меня нет, если честно, настроения. Как-то увидела маму, и видно, что она какая-то подавленная, что ли. Ну, не знаю. Ну, видно, в общем, что не такая, как обычно. Что-то как-то грустно стало. Папа бодрячком, но папа всегда позитивный, а вот мама, мне кажется, она прям... Кстати, ты заметила? Мне кажется, мама прям похудела, да? Не заметила? Короче, как-то грустненько, такой хвостик себе сегодня прикольно сделала. Сижу тут. Игорь разбирает, а я ничего не хочу делать. Я настолько экономная, что вчерашний маленький ужин свой я не доела. Буду сейчас доедать. Вот, буду кушать мой любимый сачок. Чуть настроения вообще нет. Сейчас, может, что-нибудь посмотрю. У меня тут макаронс. Очень вкусно. Вот такое вот небо. Пасмурное. Спящий Игорь. И я сижу что-то в каких-то мыслях. Если честно, настроение такое какое-то грустное. Тяжело все что-то как-то дается. Не так быстро все проходит. Не знаю, что сказать. Бабушка разговаривала с папиной мамой. Так еще погода пасмурная. Легкий депрессничок. Я с вами разговариваю по блоге. Игорь лежит и... Да. Что ты там поддакиваешь? Короче, так. Хрумкую. Я собралась. Мы сейчас идем погулять чуть-чуть. Развеяться. Короче, такой у меня сейчас взъерошенный образ. Шли фикс прайс. Блин, тут столько ребят всего новогоднего вообще. Просто глаза разбегаются. Очень интересно все посмотреть. Мы на самом деле пришли просто так посмотреть, вдохновиться, что ли, присмотреться. Вон, смотри, какой классный домик, да? Большой такой. Угу. Смотрите, какой ковер из листьев. Вообще. Дворники не убираются совсем. Не, классно. Просто сегодня дождливый ветер, видимо, и еще и выходной. Они же выходные не убирают. Да. Мы побыли в Экспрессе, там, блин, все, что нужно. Все, что мне нужно, пока еще есть. Может, в ближайшие дни получится к ним сходить туда. Вот, уже с деньгами, так скажем. А сейчас идем в наш Диамант. Игорь хочет там телефончики посмотреть. Потом вообще, наверное, махнем в ленту. Как-то так. Просто когда ты накрасила губу красным, стерлись. И надо одевать маски. Да, это косяк. Из-за маски. Придется сейчас стереть их. Потому что в ленте тоже надо будет одевать. Вот, мы сейчас пришли туда в банкомат Тинькофф. Вот, пользуюсь Тинькофф картой. Мне очень нравится, кстати. Я за этот месяц накопила 300 рублей. Просто бонусами. Именно деньгами, а не бонусами. А со Сбербанком я ничего не могла накопить. Там какая-то фигня постоянная. Один раз что-то в каре там потратила за полгода, наверное. Thank you.
деле, ребята, так много всего клевого. Гляньте, очень красиво все. Мы тут смотрим. Кое-что там взяли. Ну, показывать не могу. Вот, вот эти вот классные тоже игрушки всякие. Ой, как тут всего много. Всяких много шоколадок, кстати, вкусных. Акций разных. Прикольно. Мне очень нравится сюда влянь. Красивенько у них. Такие подсвечники. Смотрите, как много всего. Олененки всякие. Мишки. Какой милый паровозик. Смотрите, какая классная банка. Вот коробки, да, обычно. Это банка от Рафаэлла. Стоит она в ленте вот столько. 1000 рублей. Такая классная банка, блин. Мне нужна такая банка в быт. Мы уже сделали покупки в ленте. На самом деле, это одна из минимальных покупок. Мы обычно в ленту, если приходим, там 2, 3, 4 тысячи. Здесь у нас получилось вообще 1,5. Но просто плюс еще 1,5. А тут нет, наверное, прайс. Еще плюс 1,5 вышло 1000 за вот эту коробку Рафаэлла. Я не смогла ее не купить. Она офигенная. Вот, а так мы потратили всего лишь 1500. Ну и плюс 1000 на эту коробку. Вообще, мы ничего там. Мы купили по салатику. По салатику, шампунь. Что мы там еще купили? Сок. И все, вроде ничего такого особого. Ждем такси. Даже нам мы не купили, мы просто взяли. А, еще мы кое-что взяли для интро. Уже продумываем новогоднее интро. Ну, что кое-что, но это не какая-то тайна. Бутылочки Кока-Колы в стекле. Ну, да я фотку сделаю, выложу. Все увидят. О, да что, это не какая-то секретная информация? Ребят, мне на самом деле интересно, а там будет она забита? Или там будет просто какая-нибудь коробочка одна Рафаэллы? Блин. Плохо открывается. Она такая тугая. Так съедет. И съедет. Блин, она тугая, еще едет такси. Да, здесь много их. На самом деле тоже на штору дур, потому что Игорь первый не заснял. Наш ужин. У меня тут салатик. Вот мы взяли в такой мяско, грибочки. Фильм называется «Пара на праздник». Вот, всем приятного аппетита. Игорь там как красиво. Всем приятного. Где она снималась? Очень странные дела. Точно. И мы смотрим, и так очень удобно, потому что мой ноут не включается. Так что всем приятного аппетита. И сейчас смотрите, там Кока-Кола, Киндер. Книга, шоколадка. Купила сегодня белый Несквик. Блин, такого я еще не видела. Буду пробовать. И буду читать. Всем хорошего вечера и пожелаю вам спокойной ночи. Потом еще буду молок рассасывать от желудка. Всем спокойной ночи. Всем пока. Спасибо, что смотрели этот влог.